Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас видео, даже не обзор, на рыбку сомтеригабрихт парчевый. И да, я знаю то, что уже обзор такой был. Поэтому, как вы видите, это не совсем такая рыбка, на которую мы рассматривали. Это, в принципе, тот же самый вид. В содержании, в уходе, в разведении. То же самое все остается. Единственное, что она необычного цвета. Как вы видите, она белая, необычные красные глаза. Во всем остальном это все тот же самый сомтеригабрихт парчевый. Встречается достаточно редко, редко где увидел его вообще. Могу сказать то, что у моих знакомых ни у кого такой рыбки нет. И по своим наблюдениям за этими рыбками могу сказать следующее, то что, на мой взгляд, они менее активны, чем обычные самые сомтеригабрихты парчевые. Менее активны уже в юном возрасте, как видите, да, это мальки, потому что через 3 года они уже будут все там 15 сантиметров, примерно. Но эти проявляют лень свою уже сейчас. В остальном, рыбкой очень доволен, и просто вам хотел ее в этом видео показать, чтобы вы знали, что такие рыбки бывают, то, что такие рыбки существуют. Если вы хотите более подробную информацию о птеригабрихте парчевой, смотрите видео, которое уже было снято до этого, обзорчик был. На этом, в принципе, и все. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Обязательно подпишитесь на наш канал.